Добрый вечер всем. Сегодня у нас 8 февраля 24 2024 года. У нас уже 10 часов 10 минут. Мы сегодня с Жан-Люком что-то прямо как-то, знаете, ну тоже опять вот целый день у нас прошел. Пробегали, проносились туда-сюда. Погода у нас стоит пресквернейшая. Такой мелкий противный дождь все так же, знаете, как вчера я вам рассказывала. Все не меняется, солнца нету. Чуть-чуть выглянула и спряталась, и ветер воет. Не знаю, слышите вы его или не слышите, но у меня ужасно воет сегодня ветер. Вот. Ну, в общем, такая у нас домашняя обстановочка. Ну, дома хорошо, тепло, конечно же. Ну, прямо, слушайте, так ветер воет. Это, не знаю, может быть, там будет даже у вас и слышно. Ну, что хочу вам сказать. Ну, опять-таки, вчера рассказывала про моего революционера вам. А вот сегодня он у меня уже успокоился немножечко, так что тоже своими делами тут занимались, туда-сюда бегали. Вот вам всем спасибо большое, ну, так скажем, за ваше за участие, за то, что вы там написали, ну, свои, так скажем, ну, видение вот этого вот вопроса революционных дел моего Жан-Люка. В общем-то, в принципе, со всеми, с многими из вас я согласна. Ну, не совсем согласна, что это какое-то заболевание. Это не заболевание, это черта характера. Вот, на мой взгляд, это такие люди с таким пылким, знаете, характером. Если уж списывать это все на какое-то заболевание, то тогда, получается, все вот эти революционеры, все вот эти бунтари, можно сказать, ну, люди, которые, ну, чего-то где-то добиваются в жизни, ну, наверное, назвать их нужно будет, ну, больными тогда людьми. Вот так, ну, если вот смотреть на это по-другому, как говорится. Это не болезнь, это вот такой темперамент, знаете, такой вот люди, которые всегда, как, знаете, правдолюбцы, наверное, так их можно еще назвать. Это не совсем плохая черта, потому что, ну, все остальные, это получается тогда, кто, ну, вот, кто соглашается со всем, подставляет, как говорится, свою спину под палку, ну, это уже получается такие, знаете, люди инфантильные, в общем-то, которым, ну, как говорится, везде хорошо. Я просто тут как не выступаю с ним вместе, ну, я не тот характер, то есть, конечно, тоже какие-то несправедливости терпеть не буду. Конечно, тоже высказываю, когда что-то уже совсем меня, ну, как говорится, достает. Понятное дело. Вот. Но вот сейчас, как бы, в данной ситуации, так как я, ну, не нахожусь, это не моя страна, то есть тут я не совсем, как бы, ну, как бы это сказать-то, хотя я чувствую себя здесь как дома, но, тем не менее, я понимаю, что это, ну, не совсем моя страна. Моя страна – это Россия, где я себя это вот чувствую, как рыба в воде, потому что язык мой, и, как бы, права могу качать, и прочее, ну, какие-то, допустим. А здесь, конечно же, я, ну, тем более я пенсионер, вот. Поэтому, конечно, я смотрю просто, наблюдаю. Но, опять-таки, что я хочу вам сказать, что вот такие вот всякие, ну, вот такой настрой человека, вот как мой Жан-Люк, как, в общем-то, вот эти его, ну, так скажем, высказывания, мягко говоря, они тоже сказываются, как я вам вчера сказала, на здоровье человека. То есть это же надо волноваться, это же нужно, как бы сказать, ну, характер, когда ты с кем-то, ну, как бы даже доказываешь, что учащается и давление, то есть поднимается и давление, учащаются и пульсы, в общем-то, и какие-то другие еще. Вот он болеет от этого. Это нормально, это потому что мы как бы волнуемся, мы высказываем там что-то. То есть боремся за свои права. Это тоже не уже когда человек не молод, это не остается как бы бесследно. Ну вот так вот как бы это о том, о чем я вчера вам говорила. И то, что я хотела бы сказать. Хотя многих людей я, конечно же, поддерживаю. Я точно такого же мнения, как вот там, ну, основная масса. А вот. Ну ладно, это вот об этом. А сегодня, знаете, о чем я хотела поговорить? Я хотела, ну, может, кому-то будет неинтересно, а мне хотелось несколько слов сказать о ветеринарных услугах во Франции. Вот. Хотела вообще видео в ветеринарной клинике сделать, только, значит, достала аппарат, ну, свой телефон, как говорится, с камерой. Только достала, и нас уже позвали в кабинет. Вы знаете, что хочу сказать? Вот, во всяком случае, у нас здесь, вот здесь, в нашем регионе, и в той ветеринарной клинике, которую мы себе, ну, нашли, облюбовали, так скажем, нам она понравилась. А мы попробовали в нескольких клиниках, потому что у меня это не первая собака во Франции. Вот.
И вот, пожалуй, вот эта ветеринарная клиника нам очень-очень подошла и понравилась. Вы знаете, так настолько все быстро, настолько все оперативно. И вот мы даже сегодня оба с Жан-Люком заметили и сказали даже, что, пожалуй, в клинике ветеринарной гораздо лучше обращаются с животными, чем иногда с нами, с людьми. Вот. Рассказываю по порядку. Во-первых, как только мы зашли, нас сразу спросили там в регистратуре: ой, это, наверное, говорит, Райко пришел, привели Райко. Ну, мы говорим, да, его сразу взвесили, тут же прямо на весах, она, женщина, стояла, значит, взвесили нашего Райко. Очень, кстати, ужасно испугался, он очень не любит клинику, он чувствует запах и пытался убежать даже у нас, выскочить из этой клиники. Но мы его удержали, я тут его уговаривала долго и прочее. Ну, нам сказали посидеть, мы пришли минут за 5. Буквально через 2-3 минуты, как я уже сказала, камеру достала и хотела только поснимать, и тут нас сразу приглашают, ну, уже к доктору. Доктор у нас такая молодая, приятная женщина, она второй раз нас принимает в этой клинике. Ну, позвала нас к себе в кабинет, завела. Все стала расспрашивать, как, что. Жан-Люку что спросила, а Жан-Люк говорит: все ли хорошо? Он говорит: да, у нас все хорошо, а у вас, говорит, спрашивает у нее. Она говорит: ну, мне тоже все хорошо, но вообще-то, говорит, я имела в виду вашу собаку. Вот, он даже как-то растерялся, вроде как у собаки, а собаки спрашивают. А вот, он говорит: ой, правильно, я бы же, говорит, у ветеринара, не у доктора. Ну, короче говоря, его нужно было поставить на специальный такой стол. У них там, я его, значит, еле-еле туда забросила, потому что к Жан-Люку он не идет, он боится, он за меня прячется. Мне пришлось его еле-еле, знаете, сгробастать, поставить на этот стол. Кстати, оказалось, что он, ну, немножко похудел у нас, потому что доктор нам говорила, что в прошлый раз, что обязательно его нужно, ну, на диету садить. Ну, как могли, в общем, как могли. Это, знаете, как могли. Садили его на диету. Ну, то есть я ему покупала специальный корм, чтобы он, ну, немножечко худел. У нас такой специальный корм есть, но он везде, наверное, есть для кастрированных собак, потому что вот обычный корм не подходит, собаки начинают полнеть. Вот. Ну и, короче говоря, похудел у нас, ну где-то 800 грамм-то потерял. Причем она его потрогала, посмотрела и говорит: ему бы еще несколько граммов-то бы, говорит, потерять надо, потому что косточки, говорит, ребрышки у него не прослушиваются, не прощупываются. Вот что мне понравилось, вот тоже передо мной все вот эти, знаете, как говорится, все его заключения, тут вся его вот книжечка специальная у него, видите, книжка, все есть, ну, в общем, короче, какая красивая, есть такой даже вот конвертик, где можно все это хранить, все это нам еще, ну, дали, когда мы его брали, этого Райко. Ну и, короче говоря, посмотрели у него вот все, что можно было посмотреть. Она и глазки у него проверила, и уши посмотрела, значит, ротик, как это, ну, десна посмотрела, зубки посмотрела, потом протрогала его все. Короче говоря, все, сердце прослушала у него со всех сторон, легкие просмотрела, ну, печень, она его так, ну, пальпацию сделала. Короче говоря, всю собаку, как говорится, ну, полностью посмотрела, вот, как бы полный осмотр, тут даже написала она, после чего она ему, ну, знаете, как она поняла, что он боится прививок, потому что он головой-то вертел, увидел, что она готовит шприц, ну, она его так гладила, знаете, как бы небольшой массаж ему сделала, ну, и тут же ему и вколола, мне даже Жан-Люк не заметил, когда ему эту прививку-то поставили, он единственное носом повертел, понюхал, видимо, почувствовал лекарство, запах. Ну и все. Потом ему еще 2 ногтя обстригло на лапах. Ну, по ее мнению, они цепляются у него за, как говорится, ну, в общем-то, за... ну, наверное, говорит, когда он у вас спит, она сказала, говорит, наверное, когда в постель к вам залазит, скорее всего, говорит, он цепляет этими, ну, вот, когтями, говорит, за одеяло, короче говоря. Ну, поняла, что он у нас такой диванный пес-то. Ну, в общем, короче говоря, ему обрезала, обстригла, очень он боится, это прямо вообще его до дрожи, 2 ноготка с лапок, ну и все, пожалуй. Когда его осматривала, нашла, говорит, у него, похоже, говорит, все еще есть вот эти вот, как это называют, там, блохи, короче говоря,
потому что я уж его мыла, я вам рассказывала, ну и опять она у него что-то нашла. Он стал там что-то смотреть шерстки, говорит, я думаю, что они у него есть. Ну, в общем, опять же, дала нам такую таблетку от блох, которая на месяц помогает, так скажем, и от клещей эта таблетка. То есть вот так ей нужно принять, и месяц вот этих вот животных ужасных не будет. Ну, в общем, вот такие вот дела. Потом, когда мы еще пошли к ветеринару, мы заметили, что у него за ухом, знаете, такой прямо, ну, расчесанный, большой-большой, тут прямо клок расчесанного до крови, короче, за ухом. Боже мой, я его тут мазала, промазывала, но тоже к доктору, когда, ну, к ветеринару привели, стали показывать ей вот этот вот, говорим, тут что там у него, не знаем что, она стала рассматривать, нашла, говорит, оказывается, его клещ укусил. Но он, видимо, чесал, расчесал. Короче говоря, в общем, как бы, знаете, у нас... Вообще она удивилась и сказала, вот в этом году, раньше намного сезона, начались клещи. И есть такое заболевание, вы знаете, от него чешешься, что что люди могут чесаться, что, значит, собаки могут чесаться. Называется оно ута. Ута – это, значит, ну, как бы такое, такие маленькие... какие-то, ну, я не знаю, кто это такие, мошкара какая-то, которая, как у нас по-русски, гнус, наверное, он называется. Он только летом бывает, в конце лета, в начале осени. А здесь, представляете, она говорит, в этом году начался сейчас. То есть сезоны, говорит, как-то сместились. Такого, говорит, в общем-то, не бывало еще, вообще не бывало. Но вот представляете, насколько вот сместились сезоны. То есть то, что должно было быть в августе, началось вот сейчас. В феврале. Вот эти клещи, их тоже, по идее, не должно быть. Но они появились. Представляете, еще, в общем-то, холодно, уже клещи появились. Вот так вот. И в этом году что-то очень много блох тоже. Ненормально как-то. Короче говоря, вот такой вот осмотр в ветеринарной клинике у нас каждый год у Райко проходит. Вот, ну, она сердечко у нее послушала, ей все понравилось. Она говорит, ну, в принципе, собачонок полностью здоров. Но вот привели его после вот этой вот вакцины, пришел домой, что-то его вырвало. Видно, как-то неважно себя и почувствовал. Извините. Что-то у меня прямо, знаете, горло першит, наверное, от отопления, что ли. Вот. Такие вот дела. Пришлось отключиться немножко, потому что попить водички. И снова как бы закончить то, что я хотела вам, ну, продолжить, закончить, что я вам хотела сказать о ветеринарных услугах во Франции. Ну, короче говоря, вот так мы прошли, значит, вот эту вот ветеринарный осмотр у Райко, нам все заполнили, написали, поставили вот эти прививки. Кстати, прививка от 1, 2, 3, 4, 5, от 5 болезней. Вот, предлагала она еще какие-то дополнительные, но мы решили не делать, потому что, ну, я не знаю, они уже, наверное, и не нужны. Короче говоря, за все вот эти прививки, осмотр обязательный, как тут написано, что все это входит в комплект, так скажем, за все за это мы заплатили 52 евро. И вот это вот на один месяц, так скажем, пилюля стоит 13,40. За нее мы заплатили. То есть вся нам вот эта услуга обошлась 65,40. 65 евро 40 сантим. Вот такие вот дела. До этого мы тоже на 13 евро покупали, где-то за 10 дней до вот этой вот прививки мы покупали тоже там же. В общем, короче говоря, витамину хотела сказать, тоже одну пилюлю такую, таблетку. От того, чтобы, ну, всех вывести паразитов обязательно, то есть это обязательное условие. И вот, считайте, сколько нам все это обошлось, вот. Короче говоря, ну, наверняка кто-нибудь скажет, ну, а почему вы не сделаете страховку, допустим, на собаку? Можно такую страховку сделать. У нас была вот на прошлую собаку, у нас была, ну, которая у меня, к сожалению, ушла на радугу, у него была тоже такая вот страховка. Я вам так скажу, хотя он у меня больной, старенький уже был, страховку мы оплачивали, все это, но она сама себя не окупает. Когда я посчитала все это, прикинула, вы знаете, проще просто какую-то сумму каждый месяц откладывать вот на такие нужды,
как бы сделать самому себе эту страховку. И вот в год, допустим, если, ну, собака не переболела, не заболела, ничего с ней не случилось, то эту сумму, допустим, можно взять. Ну и снова, то есть, понимаете, вот так. А страховку, какую мы делали, собачья страховка, она не очень выгодная. Даже, можно сказать, совсем невыгодная. Вот, даже если собака часто болеет, и тоже все равно даже. У меня он болел все время, у меня был сердечник тот песик. И тем не менее, там такими трудами всегда мы выбивали какие-то, значит, ну, вот эти вот от этой страховки, какие-то все-таки возмещения там, в общем, вечные были проблемы. То это не рембурсируется, то это не возмещается. Короче говоря, вот такие вот дела. Ну, вот так вот. Сегодня, знаете, он у меня к вечеру, правда, он уже потом покушал, все у меня вот после того, как его, ну, вырвало бедного песика. Видимо, вот так эта прививка на него подействовала. Как-то не очень играл, хотя веселенький такой, покушал, все, побегал. Ну и потом я его спать уложила. Спит он у нас, вот я одной моей приятельнице тоже фотографии отправляла. Сейчас спит он у меня на своем канапе, на подушечке, укрыт одеялком. В общем, короче говоря, спит, уснул. Вот. Такие вот дела. Но это для любителей, это мое видео сегодняшнее, для любителей животных. Ну, для тех, кто вот как бы, может быть, интересуется, как во Франции проходят вот эти вот, так скажем, ну, осмотры вот и прочее животных. Потому что, ну, для животного тоже так же, как и для нас, если уж мы берем, заводим каких-то зверюшек, нужно за ними тоже вот так же и смотреть. Вот, то есть и прививки, чтобы были, и чтобы они здоровы были, и чтобы они болели, и кормить, и поить. В общем, все за ними нужно полный-полный уход. И это тоже, конечно же, обходится, ну, собственно говоря, недешево. Да еще, говорят, с этого года будет наших животных еще здесь. Ну, люди будут оплачивать, как это называется там. Ну, короче говоря, то, что в доме живет вроде как животное, на это будет тоже на какой-то налог. А вот, ну, не знаю, утвердили это, не утвердили, но об этом давно уже поговаривают. Вот таким вот образом. То есть, хотя вы знаете, во Франции у нас здесь нет таких животных, чтобы они по улицам носились, бегали, ни кошек, ни собак. Может, где-то и есть, но это бывает очень и очень крайне и крайне редко. По идее, тут никаких собак нигде вы не увидите, чтобы они носились, бездомные какие-то и прочее. Жан-Люк говорит, когда он маленький был, такое было, а потом это, как-то говорит, все исчезло, то есть не стало бездомных животных во Франции. Ну вот так. На этом я мое видео о зверюшках заканчиваю. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Всем вам спокойной ночи. Вот, мы сегодня свой фильм тоже смотрим, у нас какой-то опять фантастический нашли фильм интересный. Сегодня надо досмотреть его. Ну, завтра вам что-нибудь и расскажу. Тут какие-нибудь истории, может быть, у нас, ну, будут. Какая-нибудь тема для истории, как говорится. Потому что завтра в магазин идем, и нужно там опять у меня, может, мой Жан-Люк чего-нибудь и откаблучит, так скажем. Ну, еще раз всем вам приятных снов, приятных, как говорится, приятного вечера уютного. И доброе утро тем, кто меня будет смотреть за чашечкой чая или кофе. Пока-пока. До завтра.